15 октября, район станции Кюрогу, бывшая Азизбеков, мост, поворачиваем станции, едем со стороны 8 километра, сейчас развернемся, поедем в город. Новая развязка у нас в районе метро Кюрогу, бывшая Азизбекова. Вот прямо в кадре видите свет, там строят новый стадион олимпийский. На месте, где раньше было озеро Биокшор. Озеро осушили, сделали, строили стадион. Там будет курортная зона. Спортивно-курортная зона. Будет парк, будет стадион, будет много чего хорошего. Выезжаем по стрелке Дара Алиева, бывший московский, едем по направлению в город. Скорость движения на этом участке 80 км в час. Позволительная. Подъезжаем к Владимирскому мосту. И выезжаем уже на мойку с той стороны. В районе космоса и так далее. Thank you.
закончено. Справа ДК проехали. Слева был космос. Башня часовая. Справа по курсу. Шмитовский спуск. Так называем. Бывшая улица Баринова, Черный город. Новое название не знаю, забываю свое имя. Как называется? Только что состоялся матч Россия-Азербайджан, или вернее Азербайджан-Россия по футболу. Отборочный матч чемпионата мира. Ничья 1-1, победила дружба. Как видите, в городе все спокойно, никаких эксцессов, по крайней мере, в этой части. Подъезжаем к Гагаринскому мосту, линия Джованшира.
улица Гаджибекова. Подъезжаем к новому, к дому правительства. С левой стороны. Дом профессора. Гостиница Хилтон. На месте бывшей Азербайджан. Вот она. Слева бывший почтамт. Справа, вернее. Гостиница слева. Черт. Не успели. С правой стороны, после перекрестка дворец Дзержинского, ныне Шахрияра. Здесь не успели. После перекрестка с левой стороны дворец музея Ленина. Перекресток с улицы Самедиургуна. С левой стороны кукольный театр. Приезжаем в площадь Азнец. Азнец. Здесь прямо под кругом сделали подземный переход глубиной 7 метров залегания. Можно выйти в любой точке площади. На бульвар, в сад, ночи везде. Вот это круглое здание с правой стороны капота.
Подзерный переход. Едем обратно. Вдоль бульвара. октября, вечерний Баку. Только что состоялся матч Азербайджан-Россия по футболу. Ничья 1-1. Россия едет на чемпионат. Поздравляю. Там главное, чтобы папа не облажался. Левой стороны Мухаммедия проехали только что, и сейчас подъезжаем к музею Ленина с левой стороны. Проезжаем мимо, едем дальше. Площади бывшего Ленина, ныне Азадлык, дом правительства. Здесь внизу под площадью сделали подземную двухэтажную парковку. Как раз на днях было ее открытие. Улица бывшее название Баринова, новое не помню, я уже об этом говорил к подъему на
Витовскому подъему, мост, проспект Ильдара Алиева, Высший Московский. Кировский мост, подъезжаем, справа космос выше, мини-крал, слева ДК, за дорогой. Иногда бывает, что камера сбивает резкость, потому как у нее автоматическая фокусировка, и при быстром движении не успевает уследить за объектом съемки. Поэтому, вот, видите, сейчас вот бывает мутно иногда, особенно ночью. Камера уже старенькая, надо новую покупать. Нужны спонсоры. Кому нужно мое кино, пожалуйста, можете организоваться. На то спасибо, далеко не уедешь. И все в моем желании. Тихо-тихо подъезжаем мы к метро Кёроглу, бывшая Азизбекова. Вернем направо в сторону 8 километра на старый мост. И на этом закончим наше кино. 15 октября. Меня зовут Михаил Алистеров. Где съемка вашего ночного города после матча Россия-Азербайджан или Азербайджан-Россия, ничья 1-1. Как видите, все в городе было спокойно, тихо.
никто никого не убивал, не резал, в отличие от Москвы. Никто никого не крушил, так что играйте в футбол и думайте о хорошем. Все, кончилось кино. До новых встреч в эфире.